О целебных свойствах меда буквально ходят легенды. Одни помогают при болезнях желудочно-кишечного тракта, другие помогают при сердечно-сосудистых заболеваниях. А вот как делается мед, предлагаю вам узнать. Мед – уникальный продукт, подаренный нам природой. В настоящее время полезные свойства меда хорошо изучены и широко используются для профилактики и лечения различных заболеваний. Ведь помимо характерного неповторимого вкуса и аромата, благодаря которым он так любим многим людям и широко используется как в кулинарии, так и в качестве самостоятельного продукта, мед обладает великолепными антибактериальными, бактерицидными и противовоспалительными свойствами. Вообще мед, если его правильно употреблять, не просто для чая, вкусно попил чай, если правильно подойти с умыслом к меду, то вы можете себя избавить от многих таких, значит, серьезных заболеваний и продлить себе жизнь, и будете жить довольно-таки долго в здравии. Так что такое пчеловодство? На этот вопрос кто-то ответит просто – мед. А ведь мед – это не просто сладкая тягучая жидкость, а нектар, переработанный рабочей пчелой. И в этом процессе есть свои секреты. А вот это пыльцеуловители. Пчела, которая собирает пыльцу с цветочка, прилетая сюда, через специальное отверстие сбрасывает пыльцу в определенный контейнер, после чего эту пыльцу уже можно будет собрать. Цветочная пыльца является основным источником белков, витаминов, минеральных веществ и жиров, необходимых для развития пчелиной матки, рабочей пчелы и трутни. Некоторые считают, что цветочная пыльца – хорошее натуральное целебное средство для лечения многих заболеваний. С одного улья можно получить до 5 килограммов пыльцы в год. Пыльца – это пчелиный хлеб, она свой детву кормит. Это комплекс витаминов природных, в котором вся таблица Менделеева. Хорошо для иммунной системы, для поднятия, для восстановления, тонизирующая. Вообще при всех заболеваниях, при любых заболеваниях в комплексе с медом дает хороший эффект. Вот, она складывает ее в ячейки, трамбует, добавляет свои ферменты, как бы послойно, слой пыльцы ложит, потом у нее железы есть, они выделяют ферменты, она добавляет, пчела ее трамбует, упаковывает и сверху консервирует медом. Когда в природе нехватка вот этого белкового питания, всего, она достает из ячеек и своих детей кормит. Еще один секрет пчел – это прополис. Это вещество, которым пчелы замазывают щели улья, в которые упаковывают незваных гостей, слишком больших, чтобы удалить их из улья. Но так же, как и цветочная пыльца, прополис тоже очень полезен для организма человека. Это природный антибиотик, который безвреден для организма. Ага. В том плане, что он не убивает микрофлору, ага, кишечника, ничего. Он при простудных заболеваниях, при сосудистых каких-то заболеваниях, ага, обезболивающий, антивирусный, бактерицидный. У него тоже широкий спектр. Если он его принимаешь совместно с препаратами, с лекарствами, то он усиливает их действие. Кому-то может показаться, что быть пчеловодом очень просто. Достань несколько улей с пчелами, поставь среди медоносных растений и собирай урожай. Чтобы заниматься пчеловодством, нужно любить пчел, так как они чувствуют, как к ним относятся. Для пчел надо быть опекуном, кормильцем и даже врачом в зимнее время. Опытному пчеловоду достаточно посмотреть на улей, в котором обычно живет от 8 до 80 тысяч пчел, чтобы многое узнать о пчелиной семье. Также простое жужжание пчел для пчеловода, когда он открывает улей, расскажет, продуктивна ли пчелиная семья, сыта или голодна, может она сиротела, потеряв матку и так далее. Для того, чтобы отпугнуть пчел, нужно специальное приспособление, называется дымарь. Посредством дыма пчелы думают, что это пожар, опускаются на дно улика, тем самым спасая мед. В одном таком улике живет семья пчел из 30 тысяч особей. А вот в этой рамке пчелы откладывают не только мед, но и выращивают свое потомство. Как это ни ужасно, но раньше пчеловоды, чтобы собрать мед, убивали пчелиные семьи, которые жили в дуплах и других пустотах. Но уже в 1851 году один американский пчеловод обнаружил, что пчелы оставляют между восковыми сотами промежутки около 6 мм. Это открытие позволило использовать изготовление человеком деревянной ульи, в которых между сотовыми рамками оставляется такое же расстояние. Таким образом, стало возможным вынимать из улья отдельные рамки, чтобы собрать мед и воск, не повреждая пчелиную семью. А вот это улей. Сюда, в специальную кормовую рамку, пчелы откладывают уже переработанный мед. Эта рамка может достигать веса, наполненного медом, до 5 килограмм. От матки зависит благополучие и продуктивность пчелиной семьи. В одной семье одна матка. В разведении пчелиного потомства тоже есть свои трудности. Например, если пчелиная семья, живущая в улье, производит мало деток и меда, то матку необходимо уничтожить и заменить другой. Больше всего меда производят семьи с молодой маткой.
Для новой пчелиной семьи надо взять большой двухкорпусный улей, кишащий пчелами, отделить верхнюю половину от нижней. В одной половине матка уже есть, и ее можно поместить в другую половину улья. Ко времени медосбора новая пчелиная матка уже будет откладывать яйца, наполняя улей молодыми рабочими пчелами. Пчелы – это сопровождение матки, они ее вводят по рамкам, по ячейкам. Вот. Рабочая пчела готовит для нее ячейки, чистит, шлифует их. Матка опустила голову, посмотрела, нормально все, ячейка чистенькая, шлифована, яйцо бросила. Если нет, она отходит, да, тут же рабочие пчелы начинают ее вышлифовывать до конца, дочищать. А сколько живет пчела? Летом, когда пчела ищет цветы до 15 часов в день и летает со скоростью до 20 км в час, она живет около 6 недель. Зимнее время для пчел менее напряженное, они работают по 2-3 часа в день, что позволяет им прожить даже несколько месяцев. Но в первую очередь пчела – это большие труженики. Если они, допустим, идет мед, они, нектар приносят, да, как у нас называют, взяток идет хороший, да, то они всю ночь выветривают его, выгоняют влагу из него. И часть пчелы всю ночь, да не часть, почти все, фактически все пчелы всю ночь работают, поддерживают температуру. Вот сейчас на улице градусов 14-15 тепла, у них 37 градусов внутри. Также, наверное, многие задавались еще и таким вопросом, как пчелы находят свой улей? Ведь ежедневно им приходится улетать за сотни метров, чтобы собрать пыльцу. Одним из ориентиров, помогающих найти литок своего улья, является запах семьи. Его распространяют пчелы, находящиеся у литка, которые специальными движениями обнажают пахучую железу. Запах секрета быстро распространяется и насыщает воздушный поток. Немаловажен и цвет их домиков. Если они окрашены в желтый, синий, сине-желтый, фиолетовый цвет, различаемый пчелами, то пчелы ошибаются редко. Пчела, она не ошибется, она из своего домика вылетит, она в этот домик. То есть она не может вверх куда-нибудь? Нет, она только строго в свой улей вернется. Вот они чуть попозже, время подойдет где-то в обед, они начнут облет выйдут молодые пчелы. То есть они вылетают из литка и начинают в районе улья облетываться. Потом расширяют круг, запоминают все, вот как бы ориентиры у них. Привязки, что, где, как, под каким градусом, под каким углом солнца, где расположен, они запоминают свой улик. Так как же все-таки появляется мед? Полевая медоносная пчела прилетает на цветок и собирает нектар в медовый зобик, который является расширенным участком пищевода. Представьте, чтобы наполнить этот зобик, пчелке нужно навестить до 1500 цветков. Далее пчела возвращается в улей, где нектар помещает в медовые соты. Для этого она отрыгивает содержимое медового зобика в рот молодой рабочей пчелы. Рабочая пчела, в свою очередь, складывает нектар в медовую ячейку и делает все необходимое, чтобы нектар переработать в мед. Она приносит нектар, из него влагу выдувает, все, он начинает густеть. Вот это мед и есть. Да. Ну, в чистом виде нектар – это вода, там процентов может 30-40 воды. Вот эту влагу надо всю выгнать. И пчела, вот она поэтому работает круглосуточно, она не отдыхает. Всю ночь она вот приносит днем, нектар принесла, а всю ночь его дует. И так вот спичку к литку поднесешь, спичка сразу тухнет. Воздух вылетает же. Существует множество видов натурального меда. Их названия соответствуют растениям-медоносам, с которых мед был собран пчелами. Например, гречишный, липовый, рапсовый мед, мед с акации, клевера, одуванчиков и так далее. Мы сознательно едем на определенный взяток. Допустим, массив джантака. Мы уже знаем, что это джантак. Массив. Прям вот знаешь, массив. Как объяснить? Я не могу сказать вам правильно. Мы уже знаем, что это джантак. Мы сознательно едем на взяток. Мы едем на взяток. Если идет горное разнотравие, я уже не могу сказать, что там массив определенной травы. Идет уже разнотравие. Если мы едем сознательно на джантак, то там идет джантачный мед. Только джантак собираем. Все, взяток прекращается, мы переезжаем на другое место. Подводя итоги, можно сказать, что содержащиеся микроэлементы в меде и других продуктах пчеловодства, наряду с целым рядом витаминов, в значительной степени увеличивают ценность этих продуктов, так как микроэлементы, участвуя в обменных, ферментативных и витаминных процессах, способствуют излечиванию анемии, препятствуют развитию атеросклероза, повышают иммунитет человека, а также ускоряют процесс лечения целого ряда заболеваний. Бесценен труд как самих пчел, так и пчеловода. Ведь пчеловод – это не профессия, а смысл жизни.